Порадуемся перьями на шляпах. Прекрасный, вкусненький мой ужинок. У меня вопрос к тебе, просто какой? Огромный вопрос. Тут все нафиг в огне горит, а ты жаришь мясо на каком-то костре. А чё ж вот здесь не пожаришь? Или вот здесь, например? Вот прям вот здесь. А атмосфера, а? Должна быть атмосфера. Мне и здесь нормально, я не знаю. Мы, короче, ребята, попали в проклятый, это реально проклятый особняк. Это самая странная вещь, которую я когда-либо видел в Майнкрафте. У нас с Катей появилось предположение. Мы сидели где-то 2 часа до начала записи вот этой серии и думали, что же могло произойти. И пришли к тому, к чему, Кать? К тому, что молния ударила, был дождь, гроза, и дерево загорелось. Деревянный же особняк. Реально, то есть у нас такое предположение, то что шандарахнула молния. Ой-ой-ой. Все загорелось. Вот все сейчас до сих пор разгорается, всему задница буквально через несколько секунд, минут. Ну, я, естественно, пока не пожарю весь наш ужин, не успокоюсь. Но до того, как мы отсюда свалим, мы должны хотя бы выбить тотем бессмертия. Я вижу то, что там стоит одна вот такая чупакабра. А меня за что? Опа. Вот теперь я вижу Опа. Утку. Это не утка, это цыпленок. Я на самом деле не знаю, будет ли здесь что-то внутри или нет, но в любом случае нам нужно ее раскромсать прям пополам. Возможно, алмазный блок, а возможно... Это, знаешь, это как вот на детских праздниках огромные-огромные такие фигурки с конфетами внутри. Их надо бить, чтобы они из них что-то выпало. Только проблема в том, что же отсюда ничего не выпадает, потому что здесь нифига нет. Прекрасно, да? Конечно. Так, ладно, здесь нам не повезло. Максимум, что из нее можно было вытащить, так это, наверное, кишки. Что? Фу, аккуратно, аккуратно. Я все же слышу, как кто-то там мыгыкает, поэтому... Я тоже слышу, он такой и-и. Сейчас я сзади подкрадусь и как ему наваляю. Здорово, ёпта! Чё, не ожидал? Не ожидал! Опа, с него изумруды выпали. Изумруды? Изумруды, 2 изумруда выпало. А вон еще один, вот, вон еще один стоит. Он горит, он упал и горит. Эй, нам изумруды из тебя нужны, ну-ка перестань умирать. Сюда подошел, Бедный. Я ему помогу, чтобы он не мучился. Может, и выпадут? О, нет. О, изумруд выпал, реально вниз упал. Ну и сгорел, скорее всего. Мы уже фиг найдем. Ну да, скорее всего. Ну ладно. Ты лучше стой на месте. Сейчас мастер паркура Едисон продемонстрирует свой недоскилл. Опа! Главное не шандарахнуться. Да почему никого нет? Ну прям вообще, что это за дичь? Я не могу понять. Мы такой огромный путь проделали для того, чтобы нас просто вот так лоханули. Так может быть пожары, все сбежали, поэтому никого нет. Вот, стоять, о, я сказал! Я их вижу! Подожди, Лишь. Стоять, я сказал! Как помочь тебе? Стоп. А чё здесь не будет даже А вот заклинатель! Катя, ты можешь как-то сюда пропрыгать, пожалуйста? Я простраиваюсь, как могу, извини. Еще один упал, умер. Давай, быстренько. Нужно подняться туда наверх, пока все к чертовой бабушке не сгорело. Хотя, мне кажется, уже все сгорело. Ну подожди, еще не все на самом деле. Половина особняка точно еще целая. Ну, ладно, хорошо. Подожди. Давай, забирайся. Тихо. Да что ж ты такой? Ёп. Что происходит? Иди сзади! Не-н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 е! Что происходит? Я не знаю, что происходит, но происходит все очень странное. Если они меня сейчас... Ангелочки! Сраные ангелочки! Да отстаньте от меня! Как вы бесите! А где этот заклинатель? Ты его убила? Я не знаю, ничего не трогала. Собака. Ой, блин, а что это такое? Объясни мне. Чё там? Тут алмазная броня! Да ладно, какая? Куртка! Хотя бы не прям зря мы сюда пришли, хотя бы куртка алмазная. Кать, я уже почти возле тебя. Ну как почти? Почти. Господи, почему? Горит. Вы просто понимаете, есть такие карты в Майнкрафте. Там убеги с горящего дома, убеги с горящего особняка. А это просто обычный Майнкрафт, который просто на наших глазах рушится. И я не знаю, что это вообще такое. Как это вообще произошло? Блин, ты бы видел сейчас мое лицо, я просто ошарашенная. Кать, я уже почти возле тебя. Подожди. Пожалуйста, никуда не убегай. Ага, хорошо, просто стой на месте. Оп. А ты что, уже всех убила, что ли? А я никого вообще не убила, ни разу.
Так, давай еще пробежимся туда чуть-чуть дальше. Возможно, там еще будут какие-то сундуки. Очень сильно на это надеюсь. Ну, да, давай вот сюда на кровать. Давай. Если, конечно, там еще не сгорело ничего. Подожди. Ну, здесь уже прям все окончательно сгорело. Опа, там еще одна чупакабра. Слушай, может, они попадали вниз? Они, наверное, все были на... Опа, там еще один сундук! Сейчас я к нему, Кать, ты там охраняй, давай. Не знаю, давай, у кого себя охраняй. Себя. Себя, да. Ап, ап. Ну что там? Золотое яблоко. Эффективность 4! Книга на, книга на эффективность 4. То есть я сейчас могу зачарить свою кирку на эффективность 4. Ха-ха-ха! Ну, мне это ничего вообще не говорит, если честно. Ну, да ладно, Катюха, ну басина, она даже не знает, что это такое. Но это круто. Курица горит, потолок горит, вся жизнь просто горит. Проклятый особняк рушится у нас на глазах. Там еще один сундук, но мне кажется, мы его залутали. Кать, я возвращаюсь к тебе, и мы потихонечку будем с тобой спускать. Ты где? Я на крыше, убиваю скелета. А, ну нормально. Можешь присоединиться ко мне, тут хорошо, тут рассвет. Да, я потиху... Иди сюда, подошел, давай. Миленький мой, расскажи, пожалуйста, в чем суть твоя... Да, суицидник просто. Брат, не убегай от меня, брат, я хочу поговорить. Так, брат, что с вами произошло? Почему ваш род вымер? Так, мне кажется, что вот сейчас уже прям окончательно нужно отсюда сваливать. Здесь мы вряд ли уже что-то сможем найти. Ну, мы хотя бы нашли вот эту золотую, алмазную хронику. Да, хотя бы. На самом деле, ты ее можешь себе оставить, потому что она тебе 100% больше пригодится. Так как мне отсюда вылезти? Тут уже все прям горит. Прям все. Ага, до свидания. Всем до свидания. Все, пока. Наш дом, хоть и не родной, но наш дом. Пожалуйста, спаси меня от этого безумия, которое происходит подожди, в последней подожди, серии. Что? Подожди, что? Подожди, пожалуйста, посмотри наверх. Привет. Здорово, ёпты. Ой, блин. Что? Что ты только что хотела сказать? Ты сказала убль. Блин, я хотела сказать. Я сейчас испугалась. Я хотела просто... О, она сказала убль. Что происходит с этим чертовым Майнкрафтом? Почему, где мы с Катей везде появляемся? Ля, ты какая модная. Везде, где мы с Катей появляемся, все идет просто по одному месту. Если быть точнее, по заднице просто Кинг-Конга. Мы пришли в особняк, он сам сгорел. Просто вдумайся. Мы ничего не делали. Мы просто пришли, он нафиг сам сгорел. А ты знаешь, мы серии называем с тобой это проклятый. Вот наш проклятый особняк. Походу вот допроклялись, блин. Реально, предыдущая же серия там, предыдущая или какая-то называлась проклятой. Короче, я прямо сейчас оставлю подсказочку над собой, чтобы не быть проклятым. Тыкни вот на нее. Ба! И ты сам все поймешь, что здесь происходило и как вообще этот особняк разгорался. Я не знаю, честно. Просто если посмотреть все наши серии с самого начала сезона, у нас дельфины, которые ходят в лес по грибы. У нас особняки, которые сами по себе загораются. У нас собака в ад ушла. У нас собака от хозяев от нас в ад сбежала. В ад, в преисподнюю, чтобы просто с нами не быть. Милка однажды в окно воду выпрыгнула. У нас, в принципе, весь этот сезон... Как бы у нас вся жизнь странная, с Катей, давай с этого начнем. Но я что-то в диком шоке каком-то, честно. Я тоже. Я сижу просто, и у меня такое лицо... Блин, жалко, что нету вебки, а вы просите, я знаю. Вот, кстати, жалко, да, что нету вебки. Ребят, на самом деле, вы реально, в каждой... Мы читаем все комменты? Мы читаем все комменты. Мы читаем все комменты. Вот в каждой серии все пишут, что, мол, Эдисон, купи Кате вебку, установи Кате вебку, чтобы я был вот здесь, где я сейчас нахожусь, а Катя была, ну, в другом месте, ну, то есть в другой стороне экрана, вот так. На самом деле, может, мы когда-то запилим вот такой ролик, если вы прям хорошо попросите. Да, и вы будете видеть просто все мои выражения лица, от которых просто можно сдохнуть от смеха. Ну, давай сделаем так, мы прямо сейчас с тобой отправляемся домой, а для того, чтобы следующие серии вышли с твоим... Чуганчиком,
100 тысяч лайков, это сложно. Да, скорее всего, вы не сможете набрать. Но давай, поэтому как бы я и говорю, 100 тысяч лайков мы не наберем, поэтому и не придется Кате вебку покупать. Да, вы посмотрите на него, да, чего? Он хочет что-то невозможное, чтобы этого не было, а так не надо. Поэтому давайте набирайте-ка 100 тысяч лайков, и все будет. Не наберут они 100 тысяч лайков, ладно, посмотрим. Кать, меня поняли. Забираем все наши манатки и бежим по тем координатам, откуда мы прибежали. Закрывая дверь, и, возможно, мы когда-нибудь сюда еще вернемся, хотя я очень сильно сомневаюсь. Горим пока этому дурацкому непонятному особняку, который сам сгорел, мы даже ничего не делали. И бежим обратно домой. Давай мы с тобой выявим все плюсы, которые мы здесь обнаружили. 8 алмазов. 8 алмазов плюс нагрудник, нагрудник алмазный. Плюс нагрудник, плюс шипы 1, это как бы не нужно, плюс пронзатель 3 и плюс эффективность 4. Как только я вернусь домой, зачарю себе вот эту алмазную кирку. Плюс, самый главный плюс, который переплевывает все остальное. Это незабываемые приключения на задницу. И то, что мы с тобой были вместе. Нет. Да, вот именно это я и хотела сказать. То есть самый главный плюс, то, что мы с тобой прошли это все вместе, рядышком. И поэтому ты мне сейчас по заднице стукнула. По-дружески. Какие дружески? Мы с тобой встречаемся! Ну, ты понял меня, ну как бы по-хорошему, не по-плохому. Ты реально дуремонтов все по-дружески. Ты хочешь, что мы с тобой не друзья? Мы с тобой друзья. Ну вот и по-дружески, как бы. Все, отстань. И опять ты меня стукнула. Кать, стой, подожди, я хочу тебе признаться. Ну что опять? Я? Ты где? Ты где? Все. По-дружески. Пука такая, а? Это по-дружески? Кать, у меня половина жизни, это было все по-дружески, честно. Мы с тобой друзья, самые большие. Все, тихо! Тихо, Кать. Ага. Ага. Понятно. Я сейчас утону! Все, обратно в путь за 150 тысяч блоков. Эй, не убежишь далеко. Убегу. Нет. Убегу. Так. Ой, промазал! Промахнулся Лохопудина. Морская чебурашка по имени Какашка. Мы плывем к своим детишкам, к Пашке, Сашке, Наташке, Машке, вот это все, Машкина, мамана, мама, Машмала, вот это вот наше детское. Такое ощущение, что мы здесь уже были. А, так мы вот здесь встретили вот этого Мишуганчика, который тебе укусил что-то, помнишь? Это здесь было. Да. Так это, подожди, мы... Так, подожди, точно? мы уже почти дома, если я хорошо помню, то у нас координаты 106 на 600 чем-то, то есть наш дом где-то вот там прямо находится. Неплохо мы так приплыли. Ну, обратно мы приплыли примерно в 3 раза быстрее, чем... Да какие в 3? В 10 раз быстрее, чем мы туда плыли. Наш домик. Да. Он уже виднеется там. Я поплыву. Ладно, я тогда пешочком здесь пройдусь, как бы да, здесь да, недалеко. Да, пройдись пешочком. Да, пройдусь пешочком, здесь же недалеко. Мои зайчики домашние. Ярик, хуй! Извините, как бы я вынужден был это сказать, потому что я соскучился по этому. Там 2 Ярика. Хуя. О, мяточки, подросточки, зайки, 2 штуки только. Мы же еще ламы должны забрать, мы же их там точно, оставили. Точно, там же еще 2 ламы на том берегу. Милочка моя, так, Чебурак, здравствуйте. Стёпа, мастер Маргарита! Шо, они тут не шалили, все. Вот этот тройничок, вот этот очень такой немножко... Ну да, все понятно. Мастер до сих пор там Стёпе куда-то. Ладно, не мои дела. Пашка, Машка, Наташка, Сашка, или как вас там зовут, дети, я не знаю. Здравствуйте! И мой любимчик, подожди. Чебураш, здравствуй. Опа, у него уже фиолетовый краситель, ты ему уже покрасила? Я первый раз в жизни похвалю Катю то, что она его покрасила, потому что мне реально нравится фиолетовый цвет. Хотя бы не в розовый, а то ты хотела опять подставить, да, все? Ну, молодец. Я думала, сейчас опять люлей получу. Ну ладно. Чебурак, я тебя не кормил всю жизнь, поэтому покушай. Милка, хоть ты не моя дочка, ну, сводная, но я тебя поздравляю, ты нас дождалась.
Да, я ей хочу тоже фиолетовый сделать. Держи. Я привезла тебе из-за бугров новый ошейник. Из-за границы, из-за границы. Да. Отдыхали в Турции, в особняке, в собственном особняке отдыхали. Вот дети приехали, родители ваши встречали. Он сгорел, правда, но ты не переживай, все нормально. Но это не мы, это вина вот этого турагентства, они там что-то, недочет какой-то. Мы тут вообще ни при чем, особняк сам по себе сгорел. Эффективность. Оля, какая она у меня сейчас быстрая будет. Тебе, подожди, тебе я предлагаю зачарить твой нагрудник? Да, давай. Ты же уже молодец, ты умеешь. На самый последний уровень. У тебя 30-й? У меня 34-й. Подожди, надо поставить сначала. Так, прочность 3. Лучше было бы защиту 3, но прочность 3 тоже нормально. Ну, один раз крафтили в этой жизни, Катя, алмазный нагрудник. До конца жизни реально прослужит. Давай, крафти, чаруй. Оп. И что там еще? Только прочность 3 или еще что-то еще? Сейчас посмотрим. Прочность 3, защита 3. Слушай, тебе-то как? Да, вот так вот, смотри. Но знаешь что, знаешь что? Ага. У меня кое-что как к тебе есть. Да, что? Да, разговор серьезный. Давай, давай. Вот эти 8 алмазов держи и делай себе все, что ты захочешь. Ну, по крайней мере, на что хватит. Ты мне только что дала 8 алмазов? Да. Распоряжайся ими как хочешь. Я тебя за такое уважаю очень сильно. Да, я тебя поцелую. Вот так вот. Это просто самый страстный поцелуй был в нашей жизни. Ладно, все забудьте, вы ничего не слышали. Дорогие наши зрители! Заранее поздравляем вас всех с наступающим Новым годом, но сейчас речь пойдет не об этом, а о том, то, что первое наше путешествие подошло к концу. Но не последнее, что самое главное. Да, впереди у нас еще очень много всего интересного, а также эти вот морские чудовища, которых я до сих пор как бы не видела и не знаю, что они значат. Нам еще туда отправиться надо будет. Да и не только туда. Как я уже сказал, у нас много впереди приключений, но, естественно, мы обращаемся сейчас только к тебе. Если ты хочешь, чтобы сезон выживания не заканчивался, если ты хочешь, чтобы выходили новые серии, дай нам знать в комментах. Мы же читаем все комменты, Кать. Нет, и так уже прекрасно знают. Вы и так это прекрасно знаете, то, что мы читаем все комменты. А сейчас мы отправляемся туда, куда нужно тебе будет тыкнуть после того, как потушится экран и станет черным. Готов? Давай. Раз, два, и... Вы не вовремя. У меня тут драка. Я не ожидал увидеть это после того, как я телепортируюсь в... Ладно, я реально не вовремя. Сейчас, давай заново. Раз, два, и...